Соглашение между региональным правительством и агентством стратегических инициатив было подписано в рамках Международного экономического форума в Петербурге. Его суть – реализация на территории области проекта под названием «Магазин верных решений». Проект включает в себя набор лучших муниципальных практик, собранных по всей стране. Ульяновская область, выступая в качестве пилотного региона, апробирует наиболее перспективные проектные идеи в сфере развития муниципальных территорий. Ульяновская область любит учиться, любит перенимать лучшие практики и внедрять их. И то подписание сегодняшнего соглашения тому яркое свидетельство. Мы уже определили порядка 12 муниципальных образований, которые имеют огромное желание внедрить те практики, которые наработало агентство, и искренне верю в том, что это хорошо скажется на качестве жизни людей, проживающих в Ульяновской области. Название довольно условное. Все практики регион получает бесплатно. В пакет входит четкое описание самой инициативы, нормативно-правовая база, организационная и финансовая модель реализации, типовые дорожные карты. Вчера Владимир Владимирович Путин в своем выступлении говорил очень много о будущем, да, о молодежи, о новом поколении. И я знаю, что Сергей Иванович очень много вопросов уделяет этому в регионе и воспитанию, и образованию, и новым форматам образования, и вовлечению молодежи в жизни региона. Поэтому я уверена, что вот в этой части, Сергей Иванович, мы с вами еще действительно найдем много интересных решений и проектов, которые можно было бы представить на федеральном уровне. Спасибо. В Ульяновской области координировать проект будет агентство передовых инициатив, технологий и проектов. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.